Погода в последние несколько дней менялась очень часто, но благодаря акции компании ЕТК «Поделись теплом» многие красноярцы и не заметили похолодания. 10 дней горожане отправляли смс-сообщения, деньги за которые уходили в фонд краевой детской больницы. В прошлом году благотворительное смс-движение собрало 697 тысяч рублей. На эти деньги было приобретено и передано детской краевой больнице медицинское оборудование в реанимацию. В этом году сумма еще выросла, и сейчас на очереди покупка оборудования для поддержания жизни совсем маленьких пациентов. Кроме СМС, красноярцы оставляли на символической стене доброты зонтики с пожеланиями деткам, где оказались только добрые слова и яркие рисунки. А всех пришедших на концерт ждал приятный сюрприз – викторина с подарками, в которой были задействованы СМС и ММС-сервисы. Главный приз – поездка в Петербург и билет на концерт Стинга. После того, как подарки были бережно убраны в дамские сумочки, так уж получилось, что победителями конкурсов оказались одни девушки. Наконец появился тот, кого ждали в этот большой день с огромным нетерпением. Этим искрометным оригинальным танцем лидер группы ДДТ задал ритм всему предстоящему концерту. И подхватили этот ритм и стар, и млад. Вообще-то ни одного концерта не пропускаю Шевчука. Первый концерт в 79-м году я был в ДК «Нефтехимик», город Уфа. Потом в Санкт-Петербурге, и поэтому я стараюсь, в общем-то, бывать на каждом концерте. А ЕТК, да, ИТК я люблю, ЕТК, хорошая связь, ЕТК, надежная связь. Акция, это уже второй год, в принципе, я присутствую. Детям тоже помогаю, но на концерт я тоже пришел второй раз. Этот большой день ЕТК уже седьмой и не последний, так что делиться теплом и слушать отличную музыку – ежегодная осенняя традиция красноярцев. Татьяна Шубкина, Вячеслав Лебедев. Актуальный репортаж.